24 августа 2015 года в столице Канады правозащитная организация Highway Liberty проводит митинг возле российского посольства с требованием к российским властям выплате компенсации беженцам из России и Украины, ставшим жертвами российской политики, развязанных российским правительством войн, ксенофобной и гомофобной травли внутри России, в результате которых многие вынуждены были уехать из своей страны, чтобы элементарно выжить. Мы считаем, что люди, которые пострадали от рук кремлевских властей и вынуждены были спасаться эмиграцией, имеют право на компенсацию стороны современного российского режима. Компенсацию за то, что они пережили на своей родине. А у каждого пережито и многое. Кто-то видел войну, как беженцы из Украины. Кто-то, например, как я, видел гомофобную травлю, когда тебя избивают в школе, унижают, увольняют с работы за твою сексуальную ориентацию. Многие, кто не выдерживал этого давления и опасался за свою судьбу в России, в надежде иметь нормальное будущее или вообще выжить, вынуждены были покинуть родной дом, движимое имущество и недвижимость, работу и пуститься в страны с другим языком, с другой культурой, по сути, перечеркнув прошлое, начав жизнь с нуля. С нуля, как иммигрант, без опыта проживания в новой стране, без культурного опыта. Российская власть, по чьей вине люди потеряли дома, работу, сбережения, по чьей вине ломаются судьбы, безусловно и незамедлительно должна возместить пострадавшим рыночную стоимость их имущества и моральный ущерб. Европейские суды озабочены возвращением миллиардных убытков акционерам разоренных Путиным компаний. Мы приветствуем решение в пользу акционеров ЮКОСа как начало более широкой волны компенсации. Однако мы не можем игнорировать и положение многочисленных небогатых беженцев, нуждающихся в компенсации прямо сейчас, не дожидаясь долгих утомительных судебных процедур. Не приходится рассчитывать, что российская власть прямо сейчас прекратит травлю собственных граждан, остановит войну в Украине и перестанет провоцировать дипломатические скандалы или выплатит компенсации убытки беженцам, которые от этих войн и политики пострадали. Но мы будем отстаивать свои права и будем бороться за то, чтобы современная российская власть ответила за свои деяния и за тысячи поломленных судеб. И мы призываем власть к ответу уже сейчас. Только вместе мы сможем сделать так, чтобы современная российская власть, чтобы рано или поздно путинский режим ответил за то, что сделал и делает.